Я за русский язык на века. Я русский артист и поэт украинского происхождения. Я сын Украины настоящий, я считаю. Тот, который не ставит на колени людей, чтобы они кричали «Слава Украине!». Я знаю, что Донецк, Донбасс – это душа. Это душа Украины, которую стали распинать. И я за то, чтобы был мир. Я знаю, что здесь есть душа Донбасса, распятая, но живая. И я хочу, чтобы эта душа воскресла. С врагами даже так не поступают, как поступают они. И я за мир. И я знаю, что здесь пацаны настоящие, которые, если бы вели себя так, как ребята-националисты, сейчас бы хаос был и в центральной Украине, и в западной. И слава ребятам здесь, и слава девчонкам, которые терпят, держат форпост и за дружбу со всеми.